Раз, два и поехали. Слаженно и с любовью. Одинцовские волонтеры грузят фуру доброго дела. Она готовится к отправке в очередной рейс в Донбасс. Но на этот раз груз не обычный, а праздничный. Его собрали неравнодушные жители округа. Одних только мандаринов 700 килограммов. Для того, чтобы порадовать, напитать их витаминами. Сейчас холодная пора и очень много людей, которые болеют. И поэтому нам нужно наших защитников беречь, и мы везем максимальный витамин С. Но одними мандаринами сыт не будешь, поэтому к отправке приготовили 2,5 тонны тушенки, гречки, сахара, макароны, конфет и еще деликатес – конскую колбасу. Следующая фура отправится уже через неделю, и также такой же будет точно груз. Также ребята получат спальные мешки, газовые горелки, печки, постельное белье, теплые вещи. Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи находится в ГДО. Поддержать бойцов в зоне СВО и жителей новых регионов может каждый. Как лучше это сделать, расскажут волонтеры. Василиса Ивашкина, телекомпания «Одинцова».